Маленький праздник каждому ребенку. Более полутысячи новогодних подарков передали представители партии «Единая Россия» детям работников здравоохранения, которые работают в ковид-госпиталях. Сейчас в республике больным коронавирусом оказывают помощь в 3 медицинских учреждениях. Это городская республиканская клиническая больница, а также Усть-Жигутинская ЦРБ. Врачи, работающие в этих госпиталях, имеют большую нагрузку, а некоторые даже в новогоднюю ночь проведут на посту. Сейчас работа очень напряженная, потому что больных сейчас максимальное количество в нашем госпитале. На утро 265. У нас максимальное, потому что остальные госпиталя закрылись. Работает только наш госпиталь, Джигута и республиканская больница. То есть количество койко-мест в республике уменьшено на 50%, потому что по республике спад. А когда у всех спад, у нас подъем, потому что мы всех больных забираем на себя. Поэтому выходных у сотрудников нету. Эти люди каждый день выходят на работу сменами от 6 до 8 часов. Поэтому, конечно, для них эти подарки очень важны, нужны. Я с радостью смотрю на эти нарядные кульки, елки замечательные. Второй год мы помогаем врачам и медработникам, которые работают в ковидных госпиталях, скрасить эти новогодние праздники. В прошлом году мы привозили им подарки, игрушки детям. Помимо подарков мы еще приносим новогоднее настроение вместе с этими елками, с новогодними игрушками на эти елки, чтобы скрасить новогодние праздники для больных, которые сегодня находятся на лечении в этом госпитале.